таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина – очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Бывает, что владельцам этого имени встречаются различные небесные знаки в отрицательном ключе. Такие знаки им следует воспринимать с опасностью. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква Х в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква З в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Люди, которые имеют букву Р в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное Ф. У носителей этого имени свой взгляд на мир и своя точка зрения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.